Ага, ну да, многие едут с работы через Чехию. Смотри, там Ольга включила свет. Что-то они вечером закрывались, а теперь вечером работают. Что, и машины проверяют, смотри. Да. Залазят, смотрят на то. Ну, то сколько ездим, нас ни разу не тормознули. А там вот легковые. Смотри, людей дофига. Там у них рентген, говорят. У них есть вытипованные машины, которые надо открыть и смотреть все. Ну вот и наркотики возят нелегалов, якобы. Так вот фуру могут остановить и все прорентгеновать или пересмотреть. А что ведь реагирует на улице? Нет, это... Вот этот дом заброшенный, видимо, умер хозяин. А вот тут выкупили, делается что-то новенькое. Прямо перед самой границей. Это еще немецкая территория. Немцы на своей территории проверяют. Вот. Еще немецкая территория, вот это справа дом. С таким забором. И вот Чехия начинается, как закончится его забор, сразу Чешская республика. Вот, пожалуйста, вот это Чешская республика. Кто-то говорит, что это Чешская территория. Нет, это немецкая. Ну, здесь мы встречались. Да, здесь раньше была таможня вот здесь. Тоже чуть не доезжая до немецкой границы. И здесь кафешка была. А налево была таможенная будка. Комплект. Графин хорошенький взял, с крышечкой сверху. Ну, не притертой крышкой. Не важно, он себе будет дома закрывать. Уже в Чехии. Там с этой стороны вьетнамский базарчик еще работает. Пока не будет темно, он еще открыт. Сердечко и стрелочка. Слева это проехали. Этот товарищ занимается всякими машинами. Здесь машина не роскошь, а средство передвижения. Просто купить так машину очень дорого и обслуживание. Никто вам мотор не переберет никаких вот этих. Ой, сложно носить. Поршей не будет. Поршни а смотри, видишь, он сделал? Подожди, где-то солнечные батареи понаставил. Ну, пенсион Петрик. Петрик. Уже продали. Опять продал? Ну, был Петрик, это русский. Был хозяин русский. Потом висел на там полотенце, умер. Так у нас наши вешают полотенце при входе. Мужчины полотенце, женщина платок. Но пенсиона не было. Так кто-то ж купил, за человек умер. А, наверное. Тоже, наверное, я русский купил. Русский Петрик. Купили уже Чехию. Сделали сразу пенсион. В принципе, пенсионов не хватает. У нас там два отеля всего дорогие, неудобные какие-то. Я не знаю, я не хожу по отелям, но просто пишут туристы. В доме справа жила наша знакомая хорошая. Сказали не выходить из дома, так как заразишь всех. Эту модную болезнь болела. Модная? Да. Три дня болела, на четвертый день, не знаю, сколько там сидеть, сделав тесты, сказали не выходить, а забрали, в больницу умерла. Спрели легкие, ничего не дали. Эти чай заберем. Так ее никто и не...
на месяц купленной квартире. Только сейчас эта квартира на продаже. Я наверное, сколько мы? Вот на год, 26 лет. Мы 26-й год, она, считай, умерла в 2021 году.